Всех приветствую. Продолжаем путешествие по замечательной серии «Великие музеи мира». Смотрите описание картин. Франческо Убертини, Бакьяка. Моисей иссекает воду из скалы. 1525 год. Дерево, масло, золото. 100 на 80. О жизни итальянского художника Франческо Убертини, прозванного Бакьяка, до нас дошло крайне мало сведений. Известно, что он родился во Флоренции и, возможно, обучался в мастерской Перуджино. Испытывал влияние другого крупного живописца в свое время Андреа дель Сарто. Бакьяка в основном специализировался на исполнении произведений небольшого формата, который писал преимущественно на религиозные сюжеты. Ему также принадлежит ряд многофигурных картин. К их числу относится работа на популярный библейский сюжет «Моисей иссекает воду из скалы», описанный во второй книге Моисея. После того, как сыны Израиля вышли из пустыни Син, они расположились станом в Рефидиме. В этом месте не было воды, и чтобы напоить жаждущих, Моисей воззвал Господу, и он ему сказал: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот, я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Помимо живописи, Бакьяка занимался исполнением декоративных панелей для украшения стен и мебели, а также картонов для гобеленов. Ну, вот такое описание я нашел к работе «Моисей иссекает воду из скалы» Франческо Убертини Бакьяка в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.